Встреча ивановских чиновников, что называется, без галстуков. На этот раз вершить судьбу города им предстоит не интеллектуальным трудом, а физическим. Здесь, в микрорайоне ДСК, вдоль Кохомского шоссе, им предстоит высадить около 50 деревьев. И это лишь малая доля того, что еще будет сделано для озеленения городских улиц, уверяют чиновники. В целом, за этот сезон будет высажено более 1000 деревьев в порядке озеленения и в разных участках города. Это, конечно, наш план озеленения будет реализован. Он разработан на несколько лет вперед. Поэтому я думаю, что в ближайшие годы количество зеленых насаждений в городе значительно увеличится.